26 августа, в день города Новочебоксарска, состоялось торжественное открытие сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени 2017». На этой ярмарке приняли участие как коммерческие сельскохозяйственные организации, так и огородники-садоводы с разных районов республики. Здесь у жителей города есть возможность закупить овощную и картофельную продукцию у местных производителей на всю предстоящую зиму. Ни для кого не секрет, что в сезон заготовок многим очень важно приобрести продукцию по оптимальной цене. И не последнюю роль играет ассортимент и разнообразие сортов. Например, картофель на ярмарке представлен двух сортов – «Гала» и «Скарлетт». Огородники-садоводы с главной торговой площадки ярмарки, расположенной в районе Новочебоксарского рынка, поделились с нашей съемочной группой, где и как была выращена их продукция и с какими проблемами они столкнулись. Например, Семенов Леонтий с Мариинско-Посадского района рассказал, что в его хозяйстве овощи уродились на славу. В этом году лета не было, считайте. Название лета было – дожди, холода, но продукция все-таки нормально пока. Не обижаемся. И слишком мы постараемся реализовать. Поэтому мы выходим сюда. Обеспечить молодежь, которая у кого дачи нет, у кого это рук не хватает, работает. Вот их мы стараемся обеспечить. В свою очередь Валентина Лыскова пожаловалась на холодное лето, поэтому помидоров у нее в этом году на продаже нет. Груши не все дают. Один сорт дает, а два сорта не дает. Яблок ни одного ничего нет. Картошка, слава богу, родилась ничего. Морковь там, помидоры нет. Нам стало интересно, какую же сельхозпродукцию чаще всего берут на ярмарке наши горожане. Помидоры, кабачки и зелень. Участников берете в основном или вот? И участников беру. Вот домашние помидоры мне нравятся, беру. Цены на картофель в этом году сложились от 14 до 16 рублей за килограмм, на капусту от 7 до 8 рублей, на морковь от 18 до 23, на лук от 20 до 23 рублей за килограмм, на свеклу от 15 до 18 рублей. Цены на местные помидоры скачет от 35 до 80 рублей. С 26 августа на ярмарочных продажах по оперативным данным администрации городов Чувашии реализовано 60 тонн картофеля и овощей. В этом году для удобства горожан в Новочебоксарске сельхозплощадки открыты по 6 адресам. Ярмарка продлится до 7 октября. Анастасия Ткач, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарск.